Он посмотрел, и мне вот так показывает. Это были сессии. Это покажу. Надя сидит, надеется, а я молчу. То есть я не могла ей сказать. Бывает очень. Накатит прям. Вот хочу, чтобы меня пожалели. Она сына своего видела 5-летним ребенком. Сейчас ему 16. Мне кажется, очень жестокий мир, очень жестокие люди. А вы боитесь за то время, когда Надя останется без вас? Очень. Страшно. И страшнее даже еще после, когда уже ты знаешь, что точно ничего сделать нельзя. Ну что, королева, вперед. Пойдем, с Богом. Смотрите программу «Обернитесь» 14 июня в 18:45.